Эти кадры сняты на строительстве железной дороги Архангельск-Карпогоры. На одном из участков дороги нужно было срочно перебросить машины через непроходимые болота. Конечно, можно было дождаться наступления морозов, но стройка не ждала, и машины пошли через трясины. Даже горючее для них доставлялось вертолетом. Хотя работы по сооружению дороги ведутся в сложных климатических и ландшафтных условиях, коллектив 67-й механизированной колонны сменные задания перевыполняет ежедневно. И это не случайно. Многие строители работали на сооружении одной из самых сложных трасс Абакан-Тайшет. Пройдет немного времени, и через эти болота пойдут поезда с грузами народного хозяйства.